Двигаться, чтобы жить. В Курске стартовала 13-я городская спартакиада инвалидов. Более сотни участников, 8 видов соревнований. С теми, кто побеждает не благодаря, а вопреки, пообщалась моя коллега Юлия Комкина. Любовь Юзефович побеждает не только в дарте. Ее жизнь – сплошные преодоления. Любовь прикована к инвалидной коляске. Уже 28 лет. За 28 лет я вышла замуж. У меня ребенок взрослый уже. Ну что еще? Вот институт поступила, уже 4-й курс. Только сам человек. Если он хочет жить, он соберется. Всегда собрана Елена Дюканова. Она слышит лишь тишину, но это спорту не помеха. Мне любят соревнования, там бегать и бегать. Дарт. Дарт, стрельба, фигурное вождение коляски, армспорт, настольный теннис. Есть где себя проявить. Ловкость и легкость. Так сразу и не скажешь, что у Валентины Морозовой серьезная травма ноги. Занятие спортом для нее – это позитивные эмоции и польза для здоровья. Движение, все остальное, все двигается, вся мышца, реакция, все остальное. Спартакиада проходит в рамках целевой программы «Доступная среда». Победители примут участие уже в областном соревновании. И все же главное здесь не спортивные рекорды, а работа над собой и безграничный оптимизм. Оптимистически. Все нормально. Улыбаться, дальше жить надо. Юлия Комкина, Владислав Ковтанюк, телеканал 7.